Так, ну что ж, всем любителям, я с вами Спорик. Мы играем BMX 3D. Ну так, сегодня мы с вами как-то... Сегодня я сделал байк Кураги. Да, вот он байк. Ну, он вроде бы как-то какой-то такой. Сейчас будет Triple Баспин. Ну, видите, вообще. Вот так, сейчас будет байк Флип. Байк Флипа не было. Ну, короче, вот так вот я сделал сегодня байк Кураги. Давай сейчас проскользим на пэках. У меня это не получилось. Ну ладно. Я вам смету. И давайте сделаем такой вот скат. Барсик. Не получилось. Зачем? Давайте сейчас разгонимся и просто вплоскач. Вплоскач трёшку бар. А, ну 180 бар тоже нормально. Ну, давайте сейчас трёшку бар сделаем. Вот трёшка бар. И давайте пятёру бар. Она же квадрупл бар. Барсик. На пятеру. Ну, так-то скользим на пегах. Гранд грин. Теперь сюда мы делаем тейл вип. Сейчас мы делаем сюда вот флэр вот такой. Ну, это флип, конечно, он на 180 идет. Флэр теперь 360 тейл вип. И получилось 180. Давайте так вот дабл. Давайте с... Ладно, давайте 180 барсик делаем. 80 баксик и не получилось уже. Там дабл, потому что делать иначе. Заем по ступенькам, куда-то я врезался случайно, да, сейчас. Ну, а сейчас опять вплоскать, думаю. Дабл бар сделаем. Блин, вплоскать дабл бар не сделал. А сюда вот дабл барс. А второй не успел, да, сделать. О, что тут такое? Давай сейчас дабл байк флип. Трибл байк флип. Почти получилось. Давайте делаем пятеру дабл тейл. Не получилось. Давайте делаем тейл випа в плоскач. Заедем сейчас вот сюда вот. Поскользим на пэгах. Теперь обратно. Барс. 180. Бэкфлип с тейл с випом. Теперь заезжаем наверх. Опять едем. Делаем дабл флип под дабл барспин. Вернее, что получилось. Ну, сегодня вот мы с вами тренируемся против одного моего друга. В геймбайке мы с ним хотим сыграть. Так, давайте вот на этой карточке сыграем. В принципе, давайте вот здесь сейчас раскатаемся с барсиком просто. Вот, жалко, тут нету хоть джема. Конечно, в этом. Ну ладно. Tail whip. А, надо уже делать какие-то жесткие трюки. Барсик на X-up. Барс... No hand. Барсик на X-up. Нет, он не успевает бенни-хопом делать барсик на X-up. Давайте дабл барс на дабл X-up. Нет, на X-up. А, no hand, дабл. Ладно. Давай сейчас XAP вот такой, потом Баспин Скат 360. Давайте спайн перепрыгнем. Едем наискосок, наискосок, наискосок. Перепрыгиваем спайн. Делаем нормальный такой трючок. Теперь байк флип 180. Сейчас делаем Индиан Эйр. Нормально. Теперь. Давай сейчас проскользим вот на этой штуке. А, не залетел, наверное, хуже. 180 скат, ванетти, дабл барс, который не получился. Фронт флип и тейбл. Делаем так. Хант. Давайте сделаем вулл райт. А, ладно, не получилось вулл райт. Теперь так вот и флип. Сейчас дабл тейбл. Надо сейчас какой-нибудь... Да, трибл тейл вип сделать. Он очень медленно крутит. Хреново. Ладно, надо трибл тейл, надо брать трибл. Хотя бы дабл, блин. Хотя бы дабл. Надо запрыгнуть эту штуку. О, скользим на ней, скользим, скользим. Ах, какой-то трюк получался. Сейчас давайте...
Опа. И теперь давайте такое вот тут. Ну, просто сделаем. Сейчас просто 360. А, нет, 360 я не докручу. Ну, давайте сейчас тогда вот по этой вот фигурке проедем. Сейчас полетим. Крэнк, 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 крэнк. Тейбл, тейлвип. Ну, и вообще просто. Теперь опять скользим по этой штуке. Скатываемся, скатываемся и... И делаем ноу фут канкан. Теперь делаем Индиану. Очень низкого дотел, конечно. Давайте сейчас проскользим вот на этих штуках. Фрибл, фибл, фибл, фибл. Фибл не получилось. Ладно, и напоследок давай сейчас прыгнем через спайн на трешке. А, на 540 круглого башки. Ну, нормально все. Так. Всем спасибо за просмотр. Это был Сфорик. Если не понравилось, ставьте лайки. Всем пока-пока.